Всем привет, с вами Варвар, и сегодня какой-то марта, 30 где-то, пишем влог небольшой. Кстати, вам доброе утро, хотя уже без 10 час, но я час назад примерно встал, сейчас собираюсь обедать, а потом куда-нибудь сходить, сегодня воскресенье, завтра на работу. Ну и такие будут включения в течение дня. Сейчас я завтракаю, что я вам советую. А потом куда-нибудь сходим вместе с вами. Итак, я вышел из дома, сейчас отправляюсь на почту России. Узнать, что там с моей посылкой. Я заказывал чехол с сайта miniinthebox.com. Отправка была 19 февраля, а сейчас уже 30 марта. И никакого квитанции до сих пор еще не пришло. На сайте что-то они тупят, как обычно. Автосообщение отправляют, ни хрена ничего не пишут. Поэтому сейчас иду. Пошло через лес. Ну тут, я бы сказал, сыровато, чтобы ходить через лес еще. Потом зайду в магаз. Ну и так просто прогульнусь. Погода плюс 11 на улице, хотя прохладный ветер. Думаю, чехол-то я когда-нибудь получу. Хоть и не жалко эти 3 бакса, но все-таки хотелось бы его ощутить в руках. Чехол на iPhone 5C заказывал. Сейчас. Ну, как выйду с почты, обязательно расскажу, что там случилось. Грязище на улице. Хоть и осадков еще неделю примерно не было, но в лесу через лес идти еще не особо подсохло. Поэтому приходится обходить грязищу. Не, обратно пойду, наверное, все-таки вряд ли через лес. Тут у нас деревья завалены. Вон, видите, ветром. Итак, сходил я на Почту России. Безрезультатно. Она. Я забыл, что сегодня воскресенье, она не работает. Поэтому надо как-то. Она работает с 8 до 5. Час до 2 у них перерыв. В будни они работают, в воскресенье, в выходной. Печально. Блин, надо было раньше идти. Ну, в смысле, когда у меня выходные были. С четверга. Сейчас иду в магаз, а потом просто прогуляемся. Так, я зашел в магаз. Купил себе адреналину банку. Знаешь, что это хрень, гадость и все такое. Но что-то погода сейчас пасмурная, если видите. Поэтому что-то сон вклонит, поэтому решил баночку выпить. Ну, как вы уже знаете, сходил я на почту безрезультатно. Почта закрыта. Сейчас иду в сторону дома, не знаю, домой пойду сейчас именно или не пойду. Иду опять через лес. Ну, я, конечно, погорячился насчет грязюки. Ну, тут так, влажненько. Ну, можно обойти, особо не испачкаться. Ну, как-нибудь в следующий раз запишу по дороге, по асфальту, как идти. В принципе, разница по времени, по расстоянию, наверное, метров 500 подальше. Ну, какой 500? Ну, метров 300-400. Подальше идти по асфальту. Она, короче, идет вокруг этих домов. Ну, минут 10 на дорогу выходит. А тут минут 8. Не спеша. Эх, опять грязюка. Надо обойти.
Чё? Завтра на работу. Насчет. Постараюсь как можно чаще выпускать такие вложки небольшие. Ну, где-то минут по 10, не больше. Пока что. Задумаюсь приобрести камеру. Потому что надо снимать на iPhone. Вот как я сейчас снимаю. Слишком тут трясется картинка. Звук более-менее пишется, но картинка мне особо не радует. Ну и зато через iPhone удобно. На комп не надо заливать. Я сразу через Capture редактирую, обрезаю, вставляю музыку стандартную для блогеров, типа YouTube раздает, чтобы не блокировали видео из-за музыки. Ну и заливаю. Что-то даже сейчас попрохладнело еще. Наверное. Что-то руки мерзнут. Сейчас дойдем. Не знаю, может что-нибудь сегодня поиграть, записать вам. Ну и посмотрю дома. Хотя я домой что-то не хочу идти. Хоть и прохладно на улице, но все равно. Весна. Точнее, уже конец. Конец марта, уже середина. Скоро весны. В некоторых местах еще снег лежит. Здоровыми кучами. Сугробами. Ах. Ну, до следующего включения. Как я пришел домой, точнее, зашел в подъезд, я проверил свой почтовый ящик. И там квитанция лежит на мой чехол. Завтра я перед работой иду на почту, забираю чехол. И к вечеру ждите обзора. Распаковку, обзор и все такое. Солнце. Не солнце, а свет. Короче, на сегодня, я думаю, влога хватит. С вами был Варвар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.